Здравствуйте, сегодня у меня вот такой аппетитный по праздничному яркий салатик. Подойдет для тех, кто постится, простой по составу и приготовлению. И это грузди под овощной шубкой, который, я уверен, вам тоже понравится. Грузди можно использовать соленые или маринованные. Их я порежу на небольшие кусочки. Лук можно использовать репчатый либо зеленый. Репчатый лучше предварительно замариновать. У меня лук зеленый, его я мелко порежу. Овощи для салата я предварительно отварила до готовности, почистила. Натираю на крупной терке картофель, морковь и свеклу. Готовится салат послойно, поэтому его лучше собирать либо в глубокой миске, либо с помощью кольца. Первым слоем укладываю грибочки. Теперь зеленый лук, тертый картофель разравниваю ровным слоем. При необходимости его можно будет посолить, при желании поперчить. Обильно смазываю постным майонезом. Теперь слой моркови. Также немного посолю и смажу майонезом. Слой свеклы. Также слегка присолю и смажу майонезом. До подачи на стол салат можно оставить в кольце, а затем его снять, и можно украсить салат по желанию. Я это делаю с помощью зелени укропа, петрушки и маринованных груздей. Салатик готов, вот так аппетитно он выглядит, так и хочется его попробовать. Просто, быстро и вкусно. И мне остается пожелать вам приятного аппетита, всего самого доброго и до новых встреч на видео.